Главный праздник, 71-я годовщина со дня Великой Победы, празднует вся Россия. В областном центре праздничные мероприятия стартовали рано утром и продлились весь день. В очередной раз Курган принял участие в общероссийской акции «Минута молчания», чтобы вместе со всей страной остановиться на мгновение и вспомнить каждого воина, каждого солдата Великой Отечественной войны, защищавших нашу страну от фашистского нашествия. Вспомнить тех, кто, не жалея здоровья и сил, ковал победу в тылу, обеспечивая фронт всем необходимым. Концерт на главной площади длился весь день, ну а ближе к вечеру на сцену вышли лучшие артисты города Кургана. В течение всего праздничного дня поздравления в адрес ветеранов лились рекой. Ветеранам Великой Отечественной войны хочется пожелать, наверное, самого главного – здоровья. И чтобы ваши дела, ваш подвиг не забывали ни дети, ни внуки, ни будущие поколения. Пусть у всех все будет хорошо, ну а у нас всегда мирное небо над головой. С праздником, друзья! 9 мая – действительно наш главный праздник, без которого нельзя представить современную Россию. На площади города собралось более 15 тысяч человек. И уже традиционно праздничная программа заканчивается грандиозным салютом. Стас Волосников, Александр Менщиков, Андрей Бахарев, информационное агентство «Курган.ру».